Зубные врачи. Итак, всем привет. Что у нас сегодня произошло? Болят зубы. Наши врачи Лиам Шай и Адам Шон. Кушать? Он уже докушался, у него зубы болят. Давай, знаешь, как мы поймем, как надо лечить зубки? Если, смотри, если зубки белые, значит они здоровые. Видишь, все белые. А сейчас посмотрим. У Лиама. Лиам, покажи, пожалуйста, что у тебя за зубы. Вот. Не, где твои зубки у бегемотика? У него болят. Вот зубки. Вот у него дырочки. Видите, какие? Надо лечить. Давайте смотреть. Тут у нас... Лямчик, вот это что это, мама? Вот они, дырочки какие. Вот это что? Это скальпель. Вот это скальпель. Это такой маленький нож, который делает надрезы. Что еще есть? Оторвали. Все. Я оторвал и не зуб вот оторвал. Не надо зуб отрывать. Мы же хотим его полечить. Мы сразу не вырываем. Это зеркальце, да, мы смотрим? Вот так вот смотрим зеркальце. Вот такое. Ой-ой, болит тут зубик. Ай-яй-яй. Хорошо. Теперь, да, вот теперь это... Это что? Это дрель. Очень дрель, да? Она дрелит. А вот это сбор машина. Вот это. Это крючок, который мы чистим. Если есть какая-то грязь в зубе, мы ее очищаем. Вот так, да? Покажи, как ты чистишь. Вот дырочку найди. Найди дырочку. Найди дырочку и чисти. Угу. Молодец. Мамочка, все, давай задрелим. Давай, теперь. Знаешь, какой сильный звук делает? Теперь надо чистить. Очищаем. Очищаем. Мама, сюда. Тебе надо вот это. Это что? Сюда. Что цепляет? Это не просто что цепляет, это пинцет. И теперь покажите ваши зубки. Ой, какие чистые. А что нужно делать, чтобы зубы оставались здоровыми? Что нужно делать, чтобы зубы чистить оставались... зубы. Правильно. Сколько раз в день? По всему. По всему. Сколько и раз? Утром и? И ночью. И вечером. Значит, два раза в день. И у меня готово. И у тебя готово. Молодцы. Тогда надо целый день чистить. После еды нужно чистить, да? Покушали, прополоскали. Потому что что с едой происходит? Еда может застрять в зубах. Да, и потом там появятся разные бактерии. И будет больно, возникнет воспаление. И потом мы пойдем к какому врачу лечить зубки? К настоящему. К настоящему. Стоматологу, да? Как у нас бегемотик, уже лучше? Да, доктор Лиам, как вы вылечили его? Я буду есть. Ой, покажите ваши зубы. Это вы ели много шоколада? Нет. Да, теперь у вас болят зубы, потому что нельзя есть много сладкого, тогда будут вот такие большие дырки. Вначале что будем делать? Что мы будем делать? Что мы будем делать? Вначале нужно сделать вот это. Вот это что делать? Мы будем делать надрез. Надрезать десну. Вот она, мама. А как вот это делают? Разрезают десну. Если там уже много гноя. А как? Давайте. Вот так вот? Да, делаем надрез. Вот так вот? Достаем гной, да. И здесь что? Другой стороной. Я сейчас зеркалом посмотрю. Да, посмотрите, что там еще остались, где-то дырочки. А вот это? Надо, когда, да, убираем сначала чем? Вот она. Мы убрали дырочки. Убирайте. Все, теперь нам надо чистить зубы. Нет, так вы же еще не убрали. Гляньте, у вас какие там дырки, сколько грязи, убирайте. Вот так, вычищайте, вот. И потом сюда, нет, у вас есть специальный подносик для этого. И еще, оп, вот так. Теперь надо почистить зубы. Да. Даже можно сполоснуть потом водичкой. Мам, я хочу есть. Вы уже хотите кушать? Что нужно кушать, чтобы зубы были здоровыми? Яблоко, апельсин, яблоко, персики, фрукты. Сливы. Значит, фрукты, витамины, кальций. Надо много кальция кушать.